Чувашии приводят в порядок придорожные полосы. Обочины, откосы, кюветы и канавы очищают от сорняков, кустарников и сухостоя. Как это влияет на безопасность дорожного движения и состояние магистрали, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Трактор с мульчером размельчает деревья до щепок. Так избавляются от всего, что растет в полосе отвода, особенно от сорняков и сухостоя. Сейчас работы продолжаются на 100-километровом участке региональной дороги Чебоксары-Сурская в Алаторском, Борецком и Шумерлинском округах. Контракт был разделен. Первый этап предусматривался в прошлом году, в 22-м. Это с 5-го километра по 7-й километр населенный пункт Шумерля. И в этом году предусматриваются работы от Шумерля до границы с Ульяновской областью. Работы ведутся в соответствии с графиком, и надеемся, что после данных выполнения работ наша дорога преобразится в новом виде и будет приятно ей пользоваться. Растительность на обочинах, откосах и полосах отвода может ухудшить видимость знаков ограждения и сигнальных столбов. Заросшие кюветы и канавы затрудняют водооток после дождей, а из-за этого разрушается дорожное полотно. Сразу после очистки полосы отвода обрабатывают гербицидами, которые замедляют рост кустарников и деревьев. Раньше как? Сначала просто вырубалось и оставлялось. То есть проходит год-два, они же эти как нежелаемые вот эти всякие сорняки, кустарники, они прорастают еще больше после вырубки. А так получается, что при применении гербицидов это все предотвращается. Самые благоприятные условия для обрабатывания гербицидами. Среднесуточная температура должна быть 15 градусов тепла. До конца года в республике очистят порядка 200 километров придорожных полос. Следующая на очереди трасса Аниш от поселка Ибресе до Алаторского округа. Дмитрий Ковалев, Диана Иванова и Михаил Солин. Республика из Шумерлинского муниципального округа.